А сейчас мы обращаемся к голубятникам-нижегородцам, которые занимаются разведением голубей. Нам нужна ваша помощь. Уже несколько дней на территории Нижегородского телецентра живет красивый породистый голубь. Каждое утро необычная птица встречает сотрудников телецентра на крыльце. Людей не боится, но и в руки не дается. С удовольствием клюет хлебные крошки и зернышки. Птичку подкармливаем всем миром. Даже обычные голуби уже сообразили, что теперь здесь есть еда. Караулят неподалеку и слетаются на угощение. Наши залетные гости внешне похожи на породу турман. Оперение коричневое с белым, на загривке – хохолок. Птица явно из голубятни, но заблудилась и не знает, куда лететь. Целыми днями сидит на крыльце или взлетает на крышу, если испугается. Наверняка ей нужен особый уход и специальное питание. Если кто-то узнал своего питомца, отзовитесь, с удовольствием вернем. Или отдадим гульку в заботливые руки. Пусть живет на голубятне среди своих и радует своей красотой. К слову, интересный факт. Голуби в неволе при хорошем уходе живут до 20 лет. Телефон редакции для связи 433 15 26.